Добрый день, дорогие мои друзья! Это я, главный зимний волшебник, российский Дед Мороз из Великого Устюга, принимаю участие в акции «Вызов ледяных ведерок». Ледку добавил, что в моем ледничке хранится. Не мог я обойти стороной чужое несчастье. Оттого поддержу всех, кто нуждается в моей волшебной силе. Раз, два, три! Ох, в здоровом теле здоровый дух! Свою эстафету я передаю своим друзьям, тем, кто добрые дела вершит. Вайнацману из города Цели, Санта-Клаусу из Аляски и, конечно же, Йолапуки из Раваниеми. Будьте здоровы!